It's going to be a wonderful thing. Времени суток всем, дорогие друзья. С вами Баффик и Каспер, и мы начинаем смотреть вторую карту противостояния Virtus Pro и Sacred. Да, всем еще раз привет. Первая карта прошла под титулом Медведей. Медведи молодцы, грамотно надрафтили. Это олени. Да. А не медведи. Да-да-да. Ну, не путай. Хорошо. Олени в данном случае, ну, у нас так уж получилось. Это нам ли не знать об оленях? Да. В общем, господа, у нас Best of 1 матчи, много-много-много Best of 1. Победа в каждой карте, в каждой этой Best of 1 карте дает вам баллы. Ну, не вам, а, собственно, командам победившим. Следовательно, сейчас каждая игра очень важна, поэтому и перуанцы, и Virtus Pro сейчас должны играть максимально сосредоточенно. Все верно. Ну что ж, давайте переходить к пикам, наверное. Пора бы уже. Давайте посмотрим. Да, о, что мы видим? Там мы видим Никс Ассасина и Сент Кинга. Два человека с большим количеством контроля, которые мешают что Шэдоу Шаману, что Паку. Будет не очень сладко этим двум героям выступать, вот что хочу сказать. Убирают Медузу Сакрет, потому что в прошлой игре она была слишком хороша. И Морфа куда подальше. Да. Тоже убрали. Не место им там. Не знаю, мне уже все больше нравится УВП. Возможно, я немножко предвзят. Ну, пока. Рано говорить об этом все-таки. Пока, да. Первые два драфта смотрятся здорово. Паку и Шэдоу Шаману придется не сладко. Что СК, что Никс напрягать будут. Ну, для Пака вот Никс действительно неприятен. Ну, сейчас поглядим, что там будет во второй фазе. Пока вот баны очень важны. Видим, что Локверка убирают. Здесь после Медузы, я полагаю, еще одного кора. Ну, Драгомайта, наверное, есть смысл убрать. По аналогии с предыдущей игрой. Хотя, с другой стороны, когда есть уже Никс, может быть, Драгонайта опасаться и не стоит. Уже один герой так неплохо контрит его. Так, ну, пока в итоге убирают Брудмазер. Лайфстилера убирают сами ВП. Видимо, чтобы Никс Ассасин более комфортно стоял. Но если говорить про противостояние с Никсом, то еще в сочетании с Шаманом может быть неплох Джиггернаут. Может быть неплох. Но насколько с ним захотят играть и насколько он будет вписываться в общий концепт задумки Сакрет. И что еще появится перед этим Джиггернаутом, ну, вообще непонятно. Касательно Джиггернаута, это самый часто выбираемый у них кэрри, по сути, сейчас. Если верить статистике, а ей стоит верить, то это один из самых популярных у них кэрри ныне. По крайней мере, с патча 7.07 они его использовали достаточно часто в своем регионе на квалификациях. А что касается Тускар появляется у Сакрет. Тоже герой, который все популярнее и популярнее становится. Вот пародия аналогии этого героя с Эрспиритом. Зачастую сейчас похожие функции они выполняют. Но преимущество Тускара в том, что он сейчас может блокировать крипов нормально. Это очень важно в центре. Хорошие четверки сейчас за счет этого выигрывают линии целые, просто используя хорошо шарды для блокировки крипов. Держа линию ближе к своей вышке у мидера. То же самое на оффлейне работает. Те же комплексити, например, которые перед этим играли, они вообще его могут на оффлейн ставить, этого героя. Как раз благодаря вот этому блоку крипов шардами. Так что герой весьма неплох. Плюс это потенциальная связка с Паком хорошая. Если до Аганима доберется Тускар, то герой будет летать и разрывать связь от Пака. Ультимейта через Варлус кик. И Тарксир появляется у Virtus.pro. В итоге, да,
появляется именно Дарксир, что говорит нам о том, что Никс или Сент Кинг, что будут пятерочками. Или, возможно, это медовый Никс. Ну, я полагаю, что может исполнить потенциально Никс пятерку, Сент Кинг четверку. Это, в принципе, нормально абсолютно. Ничего плохого там нет. Вопрос только, как линии поставят в таком случае, куда кто отправится. Дарксиру, по идее, помогать может и Сент Кинг, Никс. Один и второй хорош с ним связки. Посмотрим от мида, я думаю, будет отталкиваться. И от того, куда Пака поставят. Никс как пятерка может мешать Паку основательно. У него хороший реген. Хоть у Пака и солидный урон, но Никс, добираясь до Пака, тоже нормально его пробивает. Соответственно, можно прогонять Пака с линии на Никсе даже. Ну, вообще, да, вообще могут, если, допустим, ну, не знаю, Пак там, неважно, сложный или центр, Дарксира могут оставить одного и в итоге выставить двойные линии в центре и в легкой у себя ВП. Ну, и таким образом Никс действительно никуда не будет уходить. Будет такой стабильный лейнсап. С моноберном выжигать будет, ну, любого. Будет очень неприятно. Что шаману, что паку, кто, неважно, кто к нему на линию придет. И сейчас смотрим, да, появляется Джаггернаут, про которого я вспоминал. И появляется Тини УВП. Очень-очень быстро взяли этого героя. А в целом по драфту ВП бонусного времени потратили также изрядно. Ну, начиная с патча 7.07, 5 раз появлялся Джаггернаут. У Сакрет 4 победы, то есть успешный такой керри-герой у них. И еще раз говорю, это, по сути, самый популярный керри сейчас для этих ребят. Один из самых популярных. Да, и по общему концепту стояния на линии он вроде как более-менее пока подходит. Банят Рубика. Правда, мне он больше нравился в противостоянии с Никс-Ассасином, потому что карапасы не мешают его добивать. Ты там вертишься, крутишься, шаман держит, вы всех убиваете, и вот все это там розовое, единороги, радуги. В общем, стояние на линии — сказка. Но там будет сейчас Дарксир, с которым немножко по другой схеме воюют. Но Джаггернаут за счет Хиллингварда может хорошо линию держать. За счет того же Блейд Фьюри может просто сбривать крипов под айншеллами и урон не получать, и сам линии, в общем, на месте держать. Разор для Virtus Pro. Ну, сейчас посмотрим, от последнего пика будем отталкиваться уже, что будет. Но Разор против Джаггернаута весьма хороший герой по игре. Другое дело, что какие цели конкретно он будет преследовать здесь, куда он отправится, на какую линию. Потенциально этот герой может постоять даже в сложной, если нужно, против того же Джаггернаута, приходя на линию, просто подворовывая урон. Но соваться к Шадоу Шаману, Тускару и Джаггеру вряд ли будет Virtus.pro. Соответственно, скорее всего, мы Разора в центре увидим, в зависимости от того, что возьмут Сакрет. Либо Тини, либо Разора. Но я полагаю, что Тини в легкой, Разор в миде для ВП. Это Шейкер на последний пик для Сакрет. Шейкер, патимейкер. Не знаю, насколько хорошо будут смотреться все эти врываторы, потому что контроля очень прилично у ВП. И ворвавшись на одного персонажа большим количеством людей, вы рискуете подставиться под импейлы, под артстайла с его барострайком, там вакуумы с эвеленчами. Под вакуум тут вообще все что угодно можно комбинировать, это будет мощно. В целом это появление Шейкера довольно сомнительное. Не популярен сейчас этот герой, ввиду того, что ультимейт сильно порезали. Потенциал соло-убийства снизился основательно. Демон взял Shadow Шамана, и сразу у меня всплыли воспоминания о первой поездке Джимми в Корею, когда он занимался таким обучением корейских игроков Доте. Это был, наверное, первый выезд профессионального игрока вот в тот регион. И он тогда на этом Shadow Шамане, один из первых сезонов Nexon Лиги, просто выигрывал в соло, стоя в центре на этом герое. Да, и это выглядело очень смешно и комично, потому что тогда это было очень-очень большой редкостью и напоминало игры там из пабов вот старой-старой очень закалки. А потом знаменитая команда с Пурджем, с Блицем, со всеми ребятами. Ну и Lux XDXD продолжается у нас. А тут уже не по-русски. Ну, перевод от демона. Он там не зря находится, собственно. Он уже, я думаю, освоился с ребятами, изучил язык и вот перевел. Да, как 13-й воин. Он просто сидел и да. Слушал, как они общаются.
Слушай, они ведь пойдут, судя по всему. Хотя, может, ботинок он просто взял, чтобы гонять. Я не знаю. Ну, обычно разор в легкой с ботинком не так часто появляется. Поэтому можно предположить, что они могут и в сложную отправиться. Потенциально. К Джиггернауту заглянуть. А мне кажется, это не лишено смысла. Да тяжеловато все равно. Против этого Шэдоу Шамана, против Тускара. Эти герои очень неудобны. Там одними шардами можно всю драку перевернуть. Ставишь удачные шарды на развороте, там отойти, подраться. Это не проблема. Хотя, в целом, Джаггеру, наверное, все равно неприятно будет. Вне зависимости от того, как будут драться. Потому что Джаггер будет не добирать крипов без урона. Да, если целью будет просто помешать Джаггернауту развиваться, то, мне кажется, это трипло действительно возможно. Так, рейди-рейди, поехали-поехали. Так, неплохо сыграно, конечно же. И еще одна пауза. Неплохая пауза. XD-XD. Life issues. Но я помню, было время, это был, кажется, пятый сезон саммита, когда спонсор iBuy Power вроде бы подсунул плохие компы парням, и они просто сгорали в первый день их использования. В итоге тогда парни заказывали компы на Амазоне и до ночи собирали их, до утра точнее. Да, ну здесь-то компы работают, просто вроде да. Какие-то лаги проскакивают, это уже другой вопрос. Вообще жаловались очень сильно. А мне ребята с саммита, Дэвид Ди Дэвид, жаловались, что учитывая, что количество команд больше, учитывая, что людей в доме больше и требуется электрики больше, электроэнергии, соответственно, жаловались, что щитки даже выбивают периодически. И вот на прошлом саммите два раза было, что свет падал во всем доме, и нужно было переключать щиток. Но, в общем-то, пытаются этот вопрос стабилизировать они. Но тут-то вроде все живы, все здоровы. То есть, может, они еще там и майнят просто в этом же доме? Может у быть. Них там со светом проблемы, а там в комнате 15 киловатт просто розетка не выдерживает. О, демон демонстрирует свои знания русского языка. Возможно, к нам он тоже приедет. Собирает ласта, забирает фобоса, забирает габлака. Это не игра. Это верните мне свет, пожалуйста. Ну что ж, идут вниз. Сакрет, увидим выход в смоке, скорее всего. И попытается кого-то подловить, убить. Но все-таки в легкую направляется Рамзес. Хоть и с ботинком, но тем не менее. Просто не так часто наблюдаешь разора в карри-позиции в легкой линии именно с ботинком. Только против определенных героев. Здесь же против Пака. Это, опять же, как ты говоришь, не лишено смысла, но Паку уворачивать в стадии клинка достаточно просто. Смоук прожали под тир-1 башней. И бегут. Кстати, могут настичь сейчас разора как раз. Через Туска прям отлично на первом уровне вкатываться. И дальнейший контроль будет. И Блейд Фьюри сможет добить кого угодно. Вот сейчас бы перекрыть дорогу. Да, отлично. Закрывают пути отступления для Рамзеса. Нет вкатывания, но есть шарды. Рамзес проедает себе путь. Неудачные шарды. Да, да, да. В итоге закрыть не получилось. Шарды не проесть, а вот дерево прокушать можно. Ну, тут в этом моменте в целом я не понял Тускара. Он почему-то свернул вниз, вместо того, чтобы бежать сразу вместе с командой, так паровозиком. Намного удобнее было бы ему шарды пробросить в таком случае. А так, с того места, куда он уже опустился, давать шарды было неудобно. Он вард пошел поставить, и это стоило убийство команде Сакрет. Да, но руну они в итоге забирают, точно так же, как забирают вторую вражескую руну. И Virtus.pro Паша на вражеской половине ее так подукрал. И даже, я так понимаю, он между башнями просто становится или будет забирать. Да, будет забирать крипов сейчас. Один Джаггернаут ему ничего не сделает, поэтому, да, поэтому можно спокойненько, даже не теряя практически здоровья. Да, можно криповодить, все нормально. Ну и вновь 2 на 2 в центре. На этот раз для Мэтью ситуация более благоприятная. Все-таки Нир Спирит против Андаинга. Уже можно и постоять. Ну, отметим, что в отличие от предыдущей игры, здесь Лил играет на номинальной, наверное, четвертой позиции. Может быть, номинальная и пятая. Черт его знает, как они распределяют ресурсы. Но тут скорее даже четвертая /пятая позиция. Лила преградили неплохо. Забрасывает Орпак. Чем это все закончится? Закончится телепортом Лила на базу. Чудом. Илья спасается сейчас. Конечно, можно было бы сказать Calculated, но не Calculated. Демон забирает Дарксира. Того, который криповодил.
Но не докриповодил. Да, шутки плохи, на самом деле, с Shadow Шаманом. Ты часто не ожидаешь того, что он тебя вот так изнасилует. Приходит своими палочками. Бац-бац, урона слишком много, и здоровье заканчивается. В целом, суммарно, у Shadow Шамана, возможно, один из самых высоких показателей урона, если взять и физический, и магический, вот на первых уровнях. Угу. Потому что у него и с руки один из самых больших уронов в игре. И магия, да, магия, что обычная молния там на 140, что шекл там на 120, кажется, на первом. Ну, это чрезвычайно много. Да, правда. Ну, вот он лил, которого через 20 секунд будет очередной моноберн. Помнится, раньше Никс брался в центр просто против пака стоять. Еще ЕГЭ как раз любили подобным заниматься. Причем не только против пака, против практически любого мага могли этого Никса нарисовать. Так, вот он Шеклс. Придержал Дарксира. Тут есть карма ходит, будут бить Пашу. Идти за ним, правда, Лил приходит страховать. А вот страховать ли? А у него хорошо, первый уровень, как. Что он не может дать оглушение, но может сделать бодиблок. Сноубол, правда, от Тускара за Пашей покатился, достигли все-таки цели, и Паша погибнет. Да, слушай, и Лилу лучше тоже не вскрываться, потому что его могут вскрыть. Ну вот это большой минус первого уровня моноберна, то, что у тебя нет оглушения. Только сейчас он второй получает, как бы после бодиблока еще оглушение его можно было выдать, тогда бы спас союзника. Но это, опять же, не столь важно. Тут его цель была взять моноберн и напрягать пака в центре. Учитывая, что ты оглушением вряд ли в пака попадешь под шифтом, то вот моноберн как раз штука полезная. Плюс пак лишается маны, меньше будет добивать крипов благодаря этому, меньше будет харасить оппонента твоего же союзника на линии, соответственно. А плюс ты здоровье все-таки снимаешь еще помимо запаса маны. Так что ну, способность достаточно полезная. Так частенько делают. Это вот... стандарт такой, напряжение вражеского мидера. Да, да, да. Причем и по игре этот моноберн будет очень сильно досаждать. Что Паку, что Shadow Шаману, да, по кому угодно, наверное. Дарксир возвращается к себе на линию, нормально уже стоять. На Эйншел, на Урса Воина. Отлично еще уводит в волну. Ну, собственно, по линиям все неплохо выстраивается у Virtus.pro. У Пака в центре крипстат совсем не хороший, 8 на 3, у Тини 19 на 10. Так, промахивается Лил импейлом. Вот так, в общем-то, и часто против Пака происходит, если ты будешь импейл давать без карапасов предварительных, то в Пака не попасть. И фейшифт, и уворотик можно сделать. Да, очень юркий герой. Так, что мы имеем по старту игры? Крипстат солидный у Virtus.pro, вновь у двух основных персонажей, и проседает вновь один из героев Сакрет. Как и в предыдущей игре, это мидер Лео Стайл. Ну, в этот раз еще хорошо заперло с руной нижней, там рунка регенерации, поэтому вернется на линию полненький, живенький, здоровенький. Фисуха. Дело в том, что ситуация аналогична с предыдущей игрой. Здесь один серьезный основной герой у Сакрет, это... естественно, Джиггернаут. Есть пак, который не добирает. При этом у ВП два хороших героя кор-позиции. Это и Тини, и Разор, и они оба фармят. Вот ситуация пока полностью повторяет предыдущую игру. Еще и забирают внизу Шейкера. Да, у Шейкера там жизни не будет. Он, видим, по крипстату вообще не фармит, но он и не может фармить, потому что там Рейзер с тапком. Ты не подходишь вообще. Ты хорошо, если уровень можешь хоть как-то получать. А этот Шейкер и опыта лишен. Пятая минута, он второго уровня, при том, что он там стоит один. Да, я понимаю, что еще есть Никс второго уровня, но Никс постоянно ошивается в центре, при этом иногда уходит с линии, чтобы там своему мидеру не особо мешать. Опа, интересная встреча. А, шарды были специально для того, чтобы просветить. Да, молочага, да, Мэтью, он дал видимость шардами на нейтральных крипов. В итоге позволил ему нажать сноубол. И Паша пытается уйти, и он уйдет, потому что Туск не доблокировал. Мэтью. Мэтью на самом деле вообще красавчик. Такие плей не часто увидишь. Это сразу показывает опыт этого исполнителя на Тускаре. Сразу же. То есть, вот благодаря таким микромоментам ты понимаешь, что человек на Тускаре что на он, да, что он в принципе часто играет на этом герое. Я согласен. Потому что я вспомнил такие эпизоды ранее, и да, это как раз в основном касалось таких задротов Тусика. Я думаю, кто смотрел МДЛ на Тускара, там вот Джерекс нагляделся тоже. Сплошное удовольствие при просмотре. Это вызывало. И забрасывать себя на шардами где-то на возвышенность при нужде, либо же спуститься с возвышенности. Это тоже тонкости, которые нужно уметь исполнять. Ловили Мэтью.
хорошим, последним шипиком Лил попадает по Тусику. В этот раз уже никуда не укатишься. Ну и пока 2-2. Но такое ощущение, как будто доминирование ВП прям ощущается чуть ли не на всех фронтах. Ну, мне. Оно по крайней где-то мере уже на подсознательном уровне ощущается, потому что вот этот фарм, который сейчас на ваших экранах, он выльется в нечто неприятное для руанцев и демона. Рамзес. Неудержимый, неудержимый Рейзер. Шейкер просто вообще ничего толком не наберет. У него не будет блинк-даггера очень долго. Это значит, что он не сможет переворачивать замесы, как он обычно их переворачивает. А чем вы собираетесь отбиваться? Ему на самом деле со старта немного свои же союзники заруинили линию, если честно так вот говорить, потому что вард стоял обсервер между маленьким кемпом и большим кемпом. Если бы он заблокировал большой кемп, то Шейкер мог бы просто постоянно давать фиссуры, держать линию ближе к своей башне и спокойно фармить. Так как он это продолжал делать, но при этом были же отводы от ВП, то все это свелось на нет. В итоге все-таки вард бы ему на большом респауне вражеском не помешал. Но жизнь для него немножко иначе сложилась. Была попытка забега под башню, забрать, найти Шейкера. Шейкера в итоге нашли, но не забрали. Шейкерос разворачивается, выдает неплохую фиссуру в Лила. Лила также закрывает еще и шардами и избивают втроем. Меняют просто полностью ландшафт карты. Фиссура и шарды. И Лил просто говорит, что за чертовщина происходит. Как отсюда выбраться? Что это за игра такая интересная? Сейчас, ну, в центре байтит, я полагаю, для Устайла. Очень агрессивно действует, имея невысокий показатель здоровья. А, другое дело, что и Разор, и Тини — это герои темповые. Если ты где-то при переходе в мидгейм несколько раз подловишь их в неудачной позиции, если сломаешь им темп, то такого фарма серьезного у одного и второго не будет. Это не Медуза далеко. Медуза у нас сумасшедшая, просто пошла, нажала мом и фармит лес. Разор так фармить лес не может. То же самое касается и Тини, хотя Тини, как на самом деле сейчас стригрэп, эта возможность появилась. Тоже более-менее неплохо фармит лес. Так что Тини это мало касается, скорее Разора. Но учитывая, что Тини будет активничать, если пару раз сломает его выпады, если будут хорошо реагировать, то все в руках Сакрет. Видели, как вард поставил Лил. Должны его разбить. Mm-hmm, должны его ломать. У Арстайла очень плохо все на старте, откровенно говоря. Есть убийство, есть ассист. Сейчас мы не о них говорим, о том, что опыта ему не достает. На Сент-Кинге опыт — это очень важная составляющая. Ну, пока не знаю, чем бы позаниматься полезным. Стакать. Только стакать. Больше нечего делать. Там есть еще один товарищ. А, это Рейзер. Это Рейзер, который по лесам шастает. Да, ну, возможно, в таких моментах, когда на саппорте в центре у нас не самая удачная атака получилась. Вот она реакция как раз со стороны союзников Бака. Переместились, Лила наказали. Так можно бы немного, по чуть-чуть темп сбавлять Virtus.pro и спокойно брать игру под свой контроль. В целом-то у Джаггернаута дела хорошо идут, поэтому Джаггер будет фармить. И Джаггер остановить не так-то просто. Джаггер уже фармит неплохо. И хотел как раз по вопрошать касательно новомодных джиггернаутов через Battle Fury, но это не тот вариант джиггернаута, это вариант джиггернаута через Яшу. Но, допустим, с БФом бы он фармил, конечно, значительно больше. Нет, все-таки это будет Яша, уже практически готовый артефакт. Ну, существенно, конечно, улучшилась, наверное, сборка Battle Fury для героев. Сейчас как-то более комфортно, более удобно стало собирать этот артефакт. С другой стороны, я не фанат сейчас такого Battle Fury ради Battle Fury, ради фарма. Все-таки, имея Яшу, имея там, не знаю, Fusion Blade какой-то условный, ты фармишь тоже. О, какая неплохая стяжечка, но он не слэш. И нет, нет, он не слэш, не позволит уйти. Будет ответочка, даблкилл для Рамзеса. Да, и третий чудом уходит. Возможно, Лил даже попытается его сейчас найти. Да, заходят в лес, находят Мэтью. Это будет тройное убийство для Рамзеса. Чуть поторопился Илья, но это не страшно. Опять же, триплкилл для Рамзеса. That's just happened. Некуда было деваться. Трипл килл, да, для Рамзеса. Вот такие моменты для Разора весьма приятные. Ты вначале на линии пофармил, дальше фармить ты уже не хочешь, потому что у тебя появляется уровень, это и ты можешь воевать. Та самая темповая штука, про которую ты уже и рассказывал. То, что Рейзеру важно получать подобное ускорение, и он его получает. Ох, там еще и древних большое количество настакали.
Так что вскоре Тини, вероятно, пойдет все это забирать. Да, ну, я же говорю, Тини как раз сейчас с этим тригребом стал намного приятнее в плане лесного фарма. Не уйдет из-под Айншелла вообще уже никак. Горит, горит, горит. Демон пытается бежать. За ним Дарксир, но видят Тускара. Разворачиваются. Артстайл подвергся атаке. Хорошее оглушение от капитана Ивана. Тренера Ивана. Игрока Ивана. Игрока Ивана. Ищет и... Паша, разрывает связь. Игрок Паша погибает. Даблкил для Лео Стайл. Ну, теперь еще и Пака подкормили. Но тут, конечно, откровенно загуляли, потому что после первого еще убийства можно было развернуться и уйти назад. Но слишком сладкий был еще один битый персонаж, поэтому и погнались дальше под башню. Так, Тини получает 10-й, забирает себе магическое сопротивление. При таком драфте у врага, кстати, очень хорошее усиление для такого героя. А, плюс вот еще в копилку Яши, там, Сейнджин Яши, либо Монтастайлы, насколько это важно. Скорость дополнительная Джиггернаута тоже важна. Тот же Battle Fury тебе скорости передвижения не дает. А тут против Разора в игре нужно носиться, бегать, чтобы он много не воровал. Да, тоже верно. Тут как бы форстафы особо некому собирать у Сакры, в общем, минус большой. Ух, подловили Шейкера, пытаясь дать Весуру отойти, но... Лил не дает ему это сделать. Причем подозревали о выходе на Шейкера, но, видимо, не рассчитывали, что он так быстро умрет. Демон затаился в лесу, он был готов идти помогать. Сейчас, кстати, забирают Артстайла. Еще один пендаль, и неприятно. Это минус. Неприятно, потому что даггер уже был близок. Да, он уже прям ощущался. 1800 золота. Я бы сказал, можно было подержаться уже за основание. Но приостановили слегка Сент-Кинга. Ун с даггером атаковал Джиггернаута. Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу же крутилочку и уходит. Как же много здоровья Джиггернаут теряет. Вот они, древние, ждут своего момента. И на нижней руне сейчас будет столкновение. Да, там регенерация Джиггернаута. Ой, вернее, Пак. Пак прыгает. И ворует рунку себе в бутылочку причем. Что да, очень важно. Сейчас очень убойные налетчики есть у Virtus.pro. Это и Никс, и Тини с даггером. Никс на любой из линий может инициировать из невидимости, Тени его поддержать. Плюс Айншелл солидно смотрится. И Сент-Кинг, не забывай еще про СК, который также под Айншеллом. Очень контактный герой, у которого вот через 200 монет будет блинк. Следовательно, если он не умрет после этой пачки... Боится фармить. Да, он в прошлый раз именно на этом моменте и погорел. Но сейчас снизу находится только лишь Джиггернаут, так что на самом деле СК бояться нечего. Почти переиграл своего оппонента. Хотел нажать Карапасы по Дезершок. Ну да. Но Демон среагировал. Демон тоже не из робкого десятка. Да, причем мы говорили про его Шадоу Шамана. Он также не впервые катает на данном герое. Уверен, знает слабые стороны. Да, я думаю, что как раз Джимми в Доту играл тогда, когда еще Лил, наверное, не знал о Доте. Ну да. Если мы говорим о Warcraft Доте. Если мы, в принципе, говорим, да, о Dota All Stars. Потому что Демон был одним из главных действующих лиц Dota сцены. Ой, ты посмотри, что произошло только что. Подловили Virtus.pro, подловили. Хороший вижен здесь стоит у Сакрата. Они прекрасно видят все подходы, они знают, кто будет помогать, не будет помогать. Понимали, что и в центре герой показался. Просто здорово отыграли, и ВП немного вновь... переусердствовали. С другой стороны, пространство получает дальше Тини, Паша получает пространство. Так что все нормально. Форстафы нужны Virtus.pro. Вот это тоже немаловажный нюанс. Я немного был удивлен, что не собирает себе форстаф Разор. Но, учитывая, что это первая позиция, наверное, Рамзес посчитал это нецелесообразным. Все-таки и фиссура неприятная, и шарды. Правда, Пак мешает немного. В этом плане, как же здесь здорово, Ноуан убивает. И заканчивается елка. У Ноуана заканчивается урон. И заканчиваются два героя команды Virtus.pro. Без елки перед Новым годом праздника, как мы знаем, нет. И не хватило. Иван не подвез Ноуана. Да, свежую. Иван не подвез свежую елку. Ну, конечно... Досадная была история с потерянным деревом, да, с елкой. С Иваном и елками? Про эту историю? Про эту историю тоже. Но в целом,
Инициирование было такое, знаешь, неплохое. Мэтью может и приехать сейчас, если Лил, ну, как-то вот придумает так на него напасть аккуратненько. Но тут нужно, чтобы все попало, чтобы и карапасы использованы были, и все, иначе ты не убьешь. Мне кажется, некоторые последние неудачи сейчас должны были напомнить ВП о том, что тут каждая карта является отдельной картой. И да, вы не можете выиграть в серии, вы выигрываете на каждом, ну, в каждом отдельном матче. Но они 3000 потеряли. У них было 4000 преимущества, стало... Да, они все растеряли. Было, даже 6 было. Они очень хорошо выступали 5 минут назад, и за этих 5 минут действительно растеряли, ну, все. Без преувеличения. И я не отменяю того, что сейчас они могут влететь под Дарксира, под там эпицентры, все эти вещи, очень красиво все скомбинировать и выиграть. Но, естественно, и перуанцы получают очень неплохой шанс сейчас оформить камбэк. Тот же пак золотишко подзаработал за последних пару эпизодов. Шейкер, про которого мы говорили, что он бичует, но даже у Шейкера сейчас появился реальный шанс купить себе блинк там до 20-й минуты. Вот сказать такое про Шейкера на старте, там, первого-второго уровня с двумя крипами на 6-й минуте, ну, вряд ли бы язык поворачивался. Это правда. А сейчас он молодец. Так что должны немножко ВП сейчас призадуматься над своим поведением. Форстаф номер один появляется у Паши. Практически Лил вверху караулит Пака. Но Лилу нужна поддержка в этой атаке. В одиночку он с Паком не справится. Просит телепорт на тир-1 башню Лил. Судя по всему, пинг, по крайней мере, пошел от него. И вот этот телепорт состоялся. Рамзес уже здесь, Пак. Да, Лил подходит. Карапасы. Ай-яй-яй-яй, Лео стайл. Это был очень опрометчивый телепорт. С другой стороны, маны у него не оставалось. Выбор был невелик. Не ожидал он здесь увидеть Никса, но Никс был рядом. А там еще демона забрасывают сейчас прямиком в лапы Сент-Кинга. В клешни Сент-Кинга. Он, конечно, своими клешнями его быстренько пожамкал. Минус вышка в центре. Сверху там Рейзер быкует. Там, правда, уже не на что быковать, но он... Они могут пойти на Т2 вверху, в принципе. Могли бы стянуться. Тем более, что и обзор там есть маломальский. Можно было бы им воспользоваться. Вот тоже одна из вариаций билда на тени. Все-таки в миде, еще раз говорю, я уже рассказывал, в центре мы часто видим, сегодня я на первой карте рассказывал, что в центре мы часто видим, когда берут саблю и даггер, на керри позиции это даггер и Сейнджин Яша, либо же Shadow Blade, Сейнджин Яша, стандартные билды на тени сейчас. Здесь сабля, даггер, максимальный урон со старта дает в миде рутине, активничать можно, убивать. Приплыл. Мэтью, сноубол только отсроченного смерти. Да. Слушай, барабаны используются. Омни-слэш! Чудовищный урон по Рейзеру и Никса-ассасину. Обоих Джиггернаут закопал своей саблей. Он в центре видит Шейкера и прощается с ним. Да, еще и демона могут забрать. Если Тинни до него добежит. Добежит секунды через 3. Если только... А, нет, нет, все. Минус демон. Урона уже слишком много. Демон такое не переживет. Да, мало героев сейчас могут такое пережить в исполнении Тинника. Тем более с эхосаблей, там, ты 3 тычки, там, комбинация идет мощная и физики, и магии. Ты, с одной стороны, получаешь там 6 сотен урона с прокаста, с другой стороны, ты еще столько же сотен получаешь руками, пока летаешь сверху вниз. Да, еще и Shadow Blade сверху будет, ну, приобретается, допустим. Чтобы пофармить древних, которые тут доживали свое. Да, но перефарм... Ситуация вновь под контролем Virtus.pro. Конечно, в этой игре чуть больше попадается Сакрет, но контролирует все равно ход событий именно Медведи. Но мне просто очень нравится то, что у ВП имеется много героев для врыва. Если одного кого-то цепляют, то что Тини, что СК могут помочь, если нападают на Дарксира, и наоборот... Неважно, на кого будут нападать, будут еще запасные варианты при начале сражения. Несколько волн атаки — это всегда выгодно. В принципе, что-то подобное есть и у Сакрет, просто они немного позади. Ох. Демон не подставляется, правда, подставляется пак под крушение, но тут в разных героев выдали свои косты, и лишь демон погибает. Да, есть эхослэм на Шейкере, но не стал он в этой ситуации врываться. Я полагаю, что блинк у него тоже должен быть готов. Да, есть. Врываться не стал.
нужно очень осторожно ресурсы распределять, потому что если вы сейчас где-то нападете и ошибетесь, то все. Вот сюда вы Шикероса! Будет влетать? Нет, пока еще не влетает. Вот он, Хаслэм. Шейкер прыгает на урон, маловато в любом случае. Как же больно делает вражеской команде Тини. Пытается уйти на телепорте Бенжас. Через Блейд Фьюри немножечко не хватило урона, так бы еще и его забрали. Да, там было опасно подходить паре героев, мало здоровья оставалось. Конечно, ты в Блейд Фьюри урон рассчитываешь, поэтому внезапно не умрешь. Но все же был риск. Да, конечно, заметно слабее стал ультимейт Шейкера. Поэтому популярность его реально снизилась. Без инициирующего урона? Да, да, да. Но все-таки вот эти вот одиночные убийства совершать сложно. Сейчас какая комбинация работает? Ты нажимаешь тотем, как и раньше, в принципе. Только сейчас ты обязан это делать. Значит, ты никого не убьешь. Раньше можно было не нажимать, например, тотем. Ну да, и просто с тотема во время убийства уже добивают. А сейчас надо нажимать тотем, заряженный, прыгнуть, дать ультимейт, дать тотем удар, еще раз тотем нажать, чтобы у тебя больше урона было. Это по одной цели. А по многим целям, ну мы видели, сейчас он вошел, вроде как урон нанес. Но тут мека сразу же от Дарксира, и проблем никаких нет. Но там Шейкер еще и оглушение словил на врыве, если мне мое зрение не изменило. И поэтому не смог он нормально продолжить цепочку своих собственных оглушений. Ситуация не самая приятная для Сакрет вновь в этой игре тоже. И Блэкинг Бар появляется у Разора. Вот с этим уже непонятно, что делать. Есть пока еще Джиггернаут с Омнислэшем. Это может работать, но для этого Razer должен находиться едва ли не один в чистом поле. Такие ситуации уже бывали. Мы видели это сверху возле Т2 сил тьмы. С другой стороны, если ты переживаешь, а Разор довольно плотный герой. Сколько у него там? 1002, наверное, уже здоровье где-то, да? Да, порядка 2000. Ровно 2000. Идеальная математика. 2200 уже. Идеальный рандом был. Ну ладно, на момент, когда ты говорил, было 2. Хорошо, да, засчитано, да. Засчитано. Ну и в общем, вот так резко преимущество вырастает уже до 8000 в пользу Virtus Pro. У него просто ПТ было в инвентаре, а так он переложил и стало 200, поменял артефакт. Так что все. Демон! Эх, Лил, как же близок был этот жук! Так у него же фейзы. Не-не, он... Я имею в виду, что он ТП переложил. А! Не ПТ, а ТП. Я думаю, что за... ПТ, если там... Не-не-не, переключил ТП, я говорю. Переключил, переложил. Я понял, понял. Хорошо. Я сам себя запутал и тебя запутал. И меня запутал. Я мастер, вот. Обращайся. Так, Рамзес. Пробросил так на вижен просто, чтобы кого-то, возможно, в лесу обнаружить. Плазмафилд плюс там пару клипчиков добил. Ну и Аегис у Нуна. Сейчас можно еще более агрессивно действовать, запрыгивать куда попало, не бояться погибели. Тоже Блэкинг Бар собирает себе Нун. Да, это фактически поставит крест на героях типа Шэдоу Шамана, Пака, Туска и Шейкера. Останется один лишь Джиггернаут, но мы говорили про Джиггернаута как врага одного героя, а не такого Джиггернаута, который реально может убить всех. Сейчас как раз вот Блэкинг Бар редко стал появляться у Тини, учитывая его статус резистанс, вот этот новомодный. Можно просто собирать себе артефакты в силу, там, Тараску какую-то приобретать, получаешь там процентов 60, и те же контроли, сайленсы, оглушения для тебя не так страшны. Да. Даже разрыв Дримкойла не сыграет столь важной роли. И прокаст, видимо, игру заканчивать. Прокаст Шейкера тоже может быть не столь страшен. Там снизу Шэдоу Шаман, я так понимаю, через варды атаковал тир 2 вышку. Да, вроде бы есть варды, вроде бы ты их поставил, и вроде бы ты снес 2/3 здоровья башни. Но если в этом смысл, если сейчас у вас будет гореть ваша база, а с другой стороны, вероятно, уже не АФК стоять, тут нужно что-то делать, и он пытается по макро хотя бы как-то своей раскачать. Команде, да, раскачать. Чуть было не закончился Лео там стайл. Пак с микроинсел там просто уже уходил в шифт. Наверное, хитпоинтов 5, может быть 10 оставалось у Пака. Точно. Реально что-то в районе погрешности. Вот заролил бы Тини по урону чуть побольше, и Пак умер бы. Но если бы да кабы, как говорится, росли грибы. Я полагаю, что вслед за тир-2 башней внизу можно и на тир-3 пойти по-хорошему, учитывая положение дел, учитывая наличие Аегиса. Конечно, в обороне Сакрет могут втягаться, подловили Тускара. Но не по одному. Удачное действие Мэтью. Не по одному. И вот так вот не по одному должен умирать еще и Шейкер. Тини, конечно, Шейкеров таких на завтрак кушает. Пошел дальше Нун, Рамзес забегает в Разоре, всех гоняет своего мидера.
И Сигиль тоже был разбит муном. Да, соточка золота лишней не будет. А 35 секунд нет шейкера. Вы знаете, что у вас никто с эхослэмом не влетит. Вы, может быть, и так не сильно боитесь этого эхослэма, но все же страшнее, когда шейкер жив. И все, глиф использован. Тинни сейчас спокойно с башней сможет разобраться. Шейкера нет еще целых 20 секунд. Этого времени хватит, чтобы сломать сторону. Должно хватить. По-хорошему, после этой стороны можно отойти и святыню, например, забрать, переключиться на нижнюю сторону тоже, выкупить Waking Bar на Тинни. Пытается обороняться Лео Стайл, пробрасывает свои способности. Можно этот брак оставить. По-хорошему, Дримкоил хороший от Лео Стайл. Разрыв от Дарксира связи. Waking Bar прожимает Рамсес и от своей команды прогоняет врагов. А тут и Шейкера нашли, который с тыла пытался зайти, но не зашел. Тинни, возможно, потеряют. Но у Тинни Эгида, так что... Там Сенкинг ультимейт кастует. Не кастует. Уже не кастует. Иван. Не дал бит. Но ничего, ничего. Он подумал, что будет атака со стороны Сакрет серьезная. А так как они передумали, то передумал и Иван. Все понятно. Все правильно. Это холодный расчет был. Ну, вообще можно было прыгнуть крипов пофармить. И показать, что мне вообще плевать на этот ультимейт. Я могу просто фармить им. Деморализировать соперника. Да, можно, можно. И Илья на интернешнале так часто делал. Было дело. Так, ну что мы имеем? Waking Bar дособрал себе Тинни. Гривзы также появляются у Дарксира. И готовы целиком и полностью Virtus.pro. Все артефакты нужные имеют сейчас для финального пуша. Ну и Рамзес приобретает себе Аганим тоже для более серьезного пуша. Так-то у них сейчас по строениям хорошо бьет лишь Тинни, по сути. Разор таким не славится, особенно если урона не подворует. Но вот с Аганимом то, что надо. Под Eye of the Storm строения падают получше. Кстати, какие таланты брал себе? Razor? Разор, да. А там на линк и ну, на ловкость. Меня на 20-м интересует. Я думал, у него уже 20-й есть, но так как 20-го еще нет, подождем чуть-чуть и посмотрим, что он возьмет. По идее, должен брать интервал. Ну, если это будет Аганим, собственно, если, то да, то это обязан быть интервал. Да, так и есть. Blacking Bar появляется также у Джиггернаут. Он понимает, что Blade Fury здесь недостаточно, и я его тоже понимаю прекрасно. Аегис закончился, пока Нун разбивает святыню. И ВП готовы заходить по нижней линии. И да, Аганим готов, Razer готов, уровень у него неплохой, ультимативная чуточку сильнее. Все, да, пора заходить, пора заходить. Тинни тоже в полной боевой готовности. Зачищаются крипы, Сигильчик летает. Следующий волной крипов надо заходить. Ну, это прекрасно понимают и Сакрет сейчас, поэтому Пак настолько отчаянно и работает над убийством этих волн, подходящих к базе. Рамзес спрятался, но его видели, потому что вард стоит еще там на возвышенности. Хорошо, Лил пытался подловить Пака, но не получилось разыграть. В итоге Рейзера подловили на вражеской базе и... там Тинни влетел и убил двоих. А Сын Кинг вошел, Тинни вслед за ним, и подловили всех, кто атаковал Рамзеса. А Рамзеса спас, между прочим, Дарксир своим форстафом, что немаловажно. Сын Кинг ультимейт прокастовал, пытается Джиггернаута, если я не ошибаюсь, добить. Да, так точно, Бунжас прокручивается с Blade Fury, но тут как тут Тинни. И вот он, статус резистанс. Казалось бы, оглушение, все стоят, смотрят, все, да не все. Тинни уже готов, Тинни боец. Да. И Пак только остался там живых. Дрался, вернее, телепортировался он от Лила. Уходил очень-очень далеко. Дрался до последнего, но и не умер, как герой. 14 тысяч перефарма. Все грамотно сделал Shadow Shaman. Классно поставил варды, заблокировав при этом... Нет, с Рейзером разбивались вот очень круто. Его действительно классно подловили, классно зафиксировали. Но вот все там форстафы они решают вопросы. Подловили Шейкера. Проблему Шейкера убивают, вкатываются Мэтью. Хоронный сноубол может быть для самого Тускара. Да, да, да. В таверне демон идет воевать. И Карапасы. Подставляется через Эзершок. Теперь пытается бежать. Его тут Лео Стайл. Римкоил по троим. Сайленс туда же. Хорошо, Лео Стайл действует. Демону нужно добивать сейчас Нуна. Делает Лео Стайл. Как раз демон немножечко помог уронам. И сеточка по Никс Ассасину. Лила тоже убьют. Нет, не убьют. Виндету. Даст в центре что-нибудь. Фиссурка. Фиссура. Просто фиссурка его туда. Ну так.
Тысячи три, наверное, отыграли сейчас Сакры. Да, было 18 тысяч перефарма плюс-минус. Даже пятерочку по такому моему грубому подсчету. Но мы-то прекрасно понимаем, что это произошло только из-за того, что ВП чуточку задержались. Не должны они были там оставаться после того, как изначально все это с Рейзером начало происходить. Пак! Улетает. Далее. Артстайл провожает Пака. Сэндшторм. Ну и ультимативная Рейзера. Да, неплохо сыграно, и правда. Пошел Леостайл на вражеский лес и за это заплатил своей жизнью. 27-18, 15 тысяч преимущества по золоту. Два форстафа всего лишь, там может быть третий еще у Никса, я не уверен. Куспром. И очередной заход на тир 3 башню внизу, по идее, сейчас будем наблюдать. Главное сейчас Разора вот так не отдать. Ну, позади него дешево. Стоят два героя с форстафами, так что, по идее, его так не заберут. Да, в целом, вы просто рискуете сломать позиционку из-за того, что вот так вот вашего союзника столкают куда-то пушер, подальше. Наверное, да, это неприятно. Ну вот он, уже что? Быстро бьет башенку. А это Storm. Но приятно, приятно то, что даже под оглушением ультимативное продолжает ломать здание. Поэтому Razer вообще не расстраивается. Да, вот очень часто, чтобы запушить, просто брали гоним, брали рефрешер. Заметьте, когда Разор был очень популярным. Ой, очень неприятно для Джаггернаута. Слишком долго Static Link не разрывается. Джаггер остается без урона практически полностью. Потратил. Да, 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 да. Совсем неприятная ситуация для Джаггера. Ну, не сдаются Сакры. Не сдаются, верят в победу, хотя ситуация плачевная для них. И камбэком даже не пахнет. Для камбэка нужно убить кого-то, заставить его сделать выкуп и еще разочек убить. И желательно, чтобы это был Рейзер, и чтобы убивал его Джаггернаут. Чтобы разница между ними, во-первых, сократилась для Джаггернаута, а еще в идеале, чтобы Джаггер стал более отожранным. Теоретически Джаггер, мне кажется, может убить вот этих героев, если будут хорошие артефакты, в смысле прям топовые артефакты. Вот насчет тени я не уверен. Разора, думаю, да, может с ним потягаться, а вот убьет ли он тени, это большой вопрос. Тени все-таки создан для того, чтобы... подобные артефакты Джаггернауту, он тоже столько урона носишь, Джаггер может не пережить просто этот урон. В целом, да. Поэтому черт его знает. Может быть, как-то с Разором они и справятся, а вот с Тини уже сложнее. Это разница вновь. Два основных героя сильно кэрри-ориентированы. Пак, он все-таки плеймейкер больше. Он может потенциально носить немалое количество урона, но это если у него либо же идеально складывается игра, и он быстро фармит, либо он уже в лейт-гейме. Тускар сейчас немного не в тот двор заехал. Разор прожимает БКБ. Отступают, конечно же. Сейчас тут Никс влетает с неплохим подкопом. Туда же еще и Тини. Эваленч Тос избивает всех своей елочкой. Шейкер с Хаслемом. Надо разбить. И посмотри, как же Гернаут прыгает со своим омнислэшем. Но там еще иллюзии. Очень неудобные иллюзии. Убегает Паша. Все убегают. Шейкер. Тотем заряжен, но и все, что можно сказать на хорошего деле, про Шейкера. В этой драке выжили Сакрет благодаря тому, что Киллингвард долго не разбивали. Киллингвард стоял, наверное, секунды 3-4 без внимания вообще. И смотри, сейчас начнутся веселые покатушки, веселые побегушки за Дарксиром и его друзьями. Да, там еще, кстати, гем выронили. Отличные шарды. Закрываю Дарксира. Джаггернаут, вот не знаю, насколько было оправдано использование Блейд Фьюри в той ситуации, когда у тебя 100-500 урона с руки. Ну тут Тини. Поигрался так и выбросил Джаггера. Ну, кстати, вот сейчас уже кажется немножечко перебор. И БКБ, и Тараска, с другой стороны. Какая разница, по большому счету, в такой ситуации? Ну, ты уже описал, для чего эта Тараска приобретается. Новые перки позволяют использовать статы очень-очень грамотно. Но я же еще раз говорю, поэтому очень часто игнорируют, например, Блокинг Бар на Тини. Потому что статус резистанс большой, то есть ты там все дебафы любые быстренько сбрасываешь себя пассивно. Ну, может он и прав где-то, что он и БКБ имеет. Я думаю, что это БКБ позволило как раз в нескольких драках нормально себя проявить. Так вот, в футболе есть правило, там, знаешь, в детской школе, там, юношеской, учат тебя в футболе не давать там пасы поперек поля. Очень часто говорят, что это неправильно. Конечно, утрированно все говорят, но чтобы люди меньше ошибались. Так вот, в доте есть такое золотое правило. Видишь Хилингвард, бей его сразу. Потому что Хилингвард 4 уровня,
уровня, это сумасшедший реген. И сейчас Healing Ward, по сути, драку для Sacred спас. Потому что если бы Healing Ward разбили сразу, вариантов для Sacred бы не оставалось вообще. Но, знаешь, не так много героев, способных легко и быстро его разбить. Только Разор, по факту, да? мог в том моменте добраться до Healing Ward. Да, да, да. Он и в большинстве случаев единственный, кто может это сделать быстро. Потому что 4 героя ближнего боя и... Они могут просто положить свою жизнь за попытку убить этот вард. В таких моментах как раз спасает Разора наличие пики той же самой, либо просить своего союзника, дай меня форстав. Но это сложнее. То есть пика на себя. Ты в эпизоде посмотрел, что нужно разбить Healing Ward, дал себе пику и добил. А если союзника, надо попросить, чтобы тот среагировал еще, у него не был кулдаун на этой, на этом форстафе. Тогда только ты можешь разбить. Так он не дотягивается, и все. Главное, чтобы вы втроем не поломились его убивать и не сдохли там. Но на самом деле эта драка не меняет абсолютно ситуацию на карте. ВП все равно владеет положением и заходит на Рошана, бьют его понемногу. Правда, стоит быть осторожнее. Еще одна такая драка. Там не будет никакой драки, там сейчас умирают, перуанцы. Пак, даже если сейчас и скроется, то продолжать драку он точно не сможет из-за малого количества здоровья. Снова эта комбинация фисуры и шарды, ты не пройдешь. Выкуп от демона, и это дайбэк. Да, еще и святыни сейчас ломают. Хорошая была разведка у Virtus.pro. Лил в очень правильном месте оказался. Там еще и вард находился, и поэтому еще на подходе была замечательная атака, спланирована Virtus.ами. Они не дали вообще даже приблизиться к этой пещере с Рошаном. Попытается своровать Аегис и заодно инициировать драку, судя по всему. Правда, минуту нет шаду шамана, он бы здесь не помешал своим контролем. Шейкер! О, твоим ультимейт здорово врывается, но, правда, урона недостаточно немножечко. Бинжас под БКБ, все разбегаются от него. Аегис уже у Virtus.pro, у Нуна, плюс сыр забрали парни. Присосался Джиггернауту, статик линком Разор, урона у Джиггернаута нет, какая интересная и забавная анимация, но ничего забавного для Джиггернаута, к сожалению, в этом моменте нет. Он отправляется в таверну вслед за Шаду Шаманом, и шалость, выпад со стороны Sacred, попытка своровать Аегис, все это было неудачно. Да ну, хотя бы Леостайл сейчас развлекается, забирает тир-1 вышку. У Джиггернаута, впрочем, и так денег для выкупа хватало. Возможно, стоит его сейчас и делать, этот выкуп. Сворачивается калачиком Тусик. Этого времени хватает, чтобы Джаггер нажал кнопку выкупа, но недостаточно, чтобы он успел прибежать в замес. Да, это конец. И вторая карта тоже достается коллективу Virtus.pro. Ну, еще раз, друзья, напоминаем вам, что это не конец. Дальше эти команды еще один матч сыграют между собой. А с каждой карта это отдельное разыгранное очко. Да, все верно, все верно. И 2 из 3 возможных очков уже забирает в свой актив команда ВП, с чем мы их, собственно, и поздравляем. Но на этом еще не заканчивается данная серия. У нас впереди еще по-любому будет третья карта. Она не решающая, она просто третья. Да, могут заработать все еще очки Sacred. Я вновь это говорю, как и после предыдущей игры. Хотелось бы, наверное, больше борьбы, но учитывая, что Sacred — это, наверное, даже не главная команда в своем регионе, учитывая, что регион сам по себе, он слабоват объективно, и более того, замена, все-таки ВП, как бы там ни было, даже с замены уже один лан отыграли, МДЛ Макао, они уже играли с заменой. Да, начнем с этого, начнем с того, что, в принципе, по тиру, да, близок. По тиру команды вообще даже не близко пока находятся, так что для перуанцев воспринимаем это как хорошую тренировку на лане против очень сильного соперника. Ну, мы видим, даже вот, вспоминая МДЛ Макао, в очки попали парни из Virtus.pro, все равно попали в плей-офф, в топ-4 они оказались. На этом турнире мало кто говорит, что они фавориты, все-таки ставят выше коллектив Virtus.pro и OG, и EG, учитывая фактор как раз отсутствия соло. Но мне кажется, парней со счетов списывать нельзя, играют они здорово, приловчились играть и с артстайлом уже, я полагаю. Так что турнир обещает быть... Они и так с ним играли уже годик, только дистанционно, ментально, знаешь, на уровне телепатии. А сейчас прям напрямую с ним общаются, мне кажется, это будет хороший опыт и для Ивана, и для команды, впрочем. Считаю, вот этот третий лан уже получается. Если Весгу учитывать номинально, все-таки там тоже Лил был у Артстайла в команде, и Нун был в команде у Артстайла. То есть получается, что так фактически третий лан уже как игрок для Артстайла. Вот так вот тренируешь, играешь, зарабатываешь. Друзья, оставайтесь с нами. Возвращайтесь к нам после небольшой рекламно-музыкальной паузы. Третья карта ВП против Sacred. До встречи.
It's going to be a wonderful thing.